Хорошо, мы приветствуем Галину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверила ли она нам свое биополе. на перевод сеанса. Что там, Вера? Но она на себя показывает, это ее энергия, она не может их сгармонизировать. Эйдянка, она вот эти энергии, они такие густоватые, не всегда может их сбалансировать, и вот они вокруг нее. Так, хорошо, но это одна вещь, она разрешает нам работать? Дается согласие. Да, да она разрешает. Хорошо. И я даю команду на счет три сканера. Начинает сканировать все семь тонких тел Галины. Пространство над головой, пространство под ногами. Вокруг нее 360 градусов. Намерение. Один, два, три. Сканер начинает сканировать. Галину находит все. Все рахнует. Один канал? Больше ничего нет? Да, один канал. Так, арахноид. Арахноид, почему ты зашел в это тело? Ты знаешь, куда ты зашел? Как Там, ты где... кивает и показывает на этой энергии, которая вокруг нее. Ну, а что это за энергии, которая вокруг нее? Объясни. Показывает, что ему нужно питаться ими. А почему ты думаешь, считаешь, что она обязана тебя кормить? Ты видишь паразитарный образ жизни, ты без разрешения вошел человека, который прочитал манифест. То есть таким образом ты не уважаешь законы мироздания, ты плюешь на них, тебе они безразличны и, и не интересуют. А я с этим не согласен вместе с Галиной. Знаешь, он что показывает? Он да. не может придвинуться, подойти к плеедянцам. Угу. Но души, которые разбросаны на разных планетах, которые не знают, кто они. То есть он может подпитываться от них. Но она знает, кто она. Она знает, что она пледианка, и ты видел эти пледианские энергии. То есть ты, маленький спрут, сейчас хочешь... Он спле... арахноид. арахноид. Хочешь сейчас с пледианской энергией познакомиться, с плеядами? Ты этого действительно хочешь? Он знаком вот энергии, которая она разбрасывает, он бы хотел их собрать энергии вокруг нее, которые. А почему, а почему она их разбрасывает? Что это значит? Объясни, мне, я не понимаю. Что значит разбросано? Они находятся в ее биополе, это ее энергии. Что значит разбросано? Объясни. Получается, они как за ее биополем, но они не сброшены, не гармонизированные. И остатки вокруг нее, они... То есть, Галина, то есть Галина не может гармонизировать эти энергии, ты хочешь сказать, да? И из-за этого какие-то части энергии выходят за ее биополе, и ты пытаешься вот эти остатки собирать. Войти, сам да. в, войти в сам биополе ты ее не можешь, потому что эти энергии тебя туда не пускают. Правильно я понимаю? А, да. А если какой-то остаточной энергии собирают. А если бы была у нее эта гармонизация и синхронизация этих, этих энергий, ты бы смог тогда их собирать? Их тогда не было, она была бы цельная. И тогда ты не можешь войти, правильно? Я вижу опасность. Согласен. Хорошо. Тела. Хорошо, а теперь скажи мне, как по частоте вибрации, тебе легко было войти, войти в ее биополю? А там поднимались какие-то вибрации? Сколько в герцах она сейчас? Легко, потому что они э, не цельные, она как рыхлые. А рыхлые, то есть понятно. Ей надо осознанно работать с этими энергиями, иначе толку не будет. Только от осознания того, что она плеидианка. Хорошо, Арахнуид, скажи мне, пожалуйста, ты оставил что-нибудь в ее биополе? Он прощупывал ее биополе, указывает. Есть какие-нибудь твои там присадки, подключки, гнездо какое-то, какие-нибудь, что ты оставил что-нибудь в ней? Что-то есть, его энергии и, по-моему, жидкость. А, хорошо, и я даю команду, значит, три. Галина включает внутренний белый свет, один, два, три, и начинает выдавливать из себя всю что установлено на чистоте арахноида. Присадки, энергии, жидкость, один, два, три, все начинает выходить, она выдавливает это из себя. Энергия чужеродная будет выведена из ее биополя. Паутина. Тоже. Паутина. Давай я Арахноид заберешь свою, да? Соберет, да. Отправляем его в клетку. Хорошо. Давай теперь попробуем сделать следующее, Вера. Посмотри, сколько у нее энергии сейчас. Давай 86. подожди. 86. 86 и частота вибраций 12. 15. 15. Хорошо. 15 Гц для спрута арахноида, конечно, войти это не проблема. Давай посмотрим, сколько ей надо сейчас энергии, какая чистая вибрация. Посмотри, пожалуйста. 240, 26. И 26. Сейчас я даю к Галине команду. значит, три 3 она сделает высоковибрационный вибрационный импульсный удар и сожгет сама канал к арахноиду. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигается канал. Получилось у меня? Отлично открывается портал в галактическое ядро. Этот канал улетает в галактическое ядро. И насчет три в макушку головы Галин начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 240 процентов каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают на нее поступать. Частота и вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Она говорит, что она так проводит, но у нее не получается. А почему у нее не получается? Это, это так легко, вы же сейчас видели. Вы даете сами себе... Да, но на земле, она не видит. Она не... А вам да. не надо ее видеть, вам надо закрыть глаза и чувствовать, как она идет, представлять. Вы не можете видеть это на земле, это тонкий план астральный. Поэтому доверяйте себе самой. Если вы говорите, пошел поток энергии, вот он и идет. Потому что настолько я верю в это. И вы должны в это верить. В то, что вы, если это вы говорите как простые слова, я пошла в магазин, конечно, ничего не получится. С полной уверенностью, с полной самоотдачей, вложив всю свою энергию эмоциональную, вы должны эти команды себе давать, иначе это не работает. Вы поняли? Она будет стараться. Закончились энергии, но вокруг нее остаточные. Они так и летают. Хорошо. Я даю команды. Насчет три. Все остаточные энергии, которые находятся в биополе галины начинают выходить из ее биополя и формироваться в шар перед ней. Один, два, три. Шар накручивается. Все до последнего микрона. Все эти остаточные энергии притягиваются туда. Шар крутится, притягивая все нити остаточных энергий из всего биополя. Сто процентов выходит. Не отработанные энергии. Не отработанные? Наоборот, отработанные, но они вокруг нее, они не сброшены. Она должна их уметь сбрасывать. Хорошо, я собралась сюда? Да. Хорошо, Галина, вы сейчас видите, в чем проблема. Эти энергии, вы слышали, как они собираются. Теперь я вам покажу, как они сбрасываются. Вы даете опять себе команду, и на счет 3 открывается против часовой стрелки портал в галактическое ядро. Один, два, три. И я произвожу сброс этой чужеродной энергии и эмоций, мыслей в галактическое ядро. Один, два, три. И шар улетает в этот момент в галактическое ядро. Закрываю, печатаю, растворяю. Все. Отлично. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается. Наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, отлично. Так, сейчас она полностью сгармонизирована и синхронизирована. Да, Вера? Да, арахноид у нас еще в клетке. Я знаю, я поэтому его и держал. Я хотел спросить, а теперь посмотри. Вот сейчас она сгармонизирована и синхронизирована всеми энергиями. Можешь ли ты сейчас войти в ее биополе? он показывает на нее, да, yeah. вокруг нее, когда она гармонизирована энергии они вот как мышцы идут, они между собой вот связаны и как мышцы вот такими как волокна, да, yeah. и, и на самом краю от них идет таким тонкой такой полоской как свет, то есть они отсвечивают э, энергию, через которую он не может пройти. Вот эта энергия, она не просто полосой, она как вот иголки, что ли, сказать, из света от нее отходит такие. То есть ему больно туда подходить, да? Да, он видит, что это осознанные. Отлично. То есть сейчас ты, энергии. сейчас ты бы в нее не вошел. Правильно я понял, Рахной, да? Ну вот э здесь он как раз говорит, что если бы я вошел, во-первых, я бы нарушил ее волю. А во-вторых, я бы не получил то, что мне нужно, потому что энергия, они, они сейчас, ну, как он говорит, твердые, вот как мышцы, они не рыхлые. Хорошо. Благодарю тебя, Арахноид, за это объяснение. Я не буду тебя сегодня не ни наказывать, ничего. Я просто прошу тебя в следующий раз к этому человеку не приходить. Найди себе другую неосознанную душу. Ты готов уходить? То есть вот эти, когда сейчас секунду энергии, да. как мышцы, когда они как, вот, как от батута отфутболивают всех. Я понял. Я okay. понял. Okay. Волокна мысли, мышцы. Все правильно, я вижу это. Отлично. Хорошо. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахон. арахноид уходит на свою частоту безболезненно, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Okay. Отлично. Хорошо, Галина, вы поняли сегодня этот урок. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Галины в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключаемся от объекта. И переносись в комнату диагностики. Один, два, три. на месте.